Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И огромное спасибо за поддержку. Эта практика, о которой я сейчас расскажу, она поможет ослабить хворь или полностью изгнать дух болезни. Вообще, суть подобных целительных практик, она заключается в том, чтобы дать телу нужные настройки, дать нужные импульсы, чтобы иммунитет более эффективно справился с болезнями. На моем канале есть много подобных целительных практик. Я уже говорил неоднократно, вот повторюсь, что не нужно их использовать все. Не нужно их смешивать. Не нужно там одну сегодня используйте, завтра другую. Практик много, но нужно выбрать вот ту, которая для вас более понятна. Тогда она будет более эффективна. Вот эту практику, ее можно использовать при необходимости один раз в неделю. Итак, что нужно? Если чувствуете себя неважно, хотите избавиться от какой-то болезни, от какой-то хвори, которая мучает вас, сделайте так. Вечером, перед тем, как ложиться спать, примерно минут за 20, возьмите лавровый лист, вот такого среднего размера, и у себя в спальне нужно его сжечь. Возьмите какую-то пепельницу или какую-то посуду, там, тарелку, может быть. Потому что, когда будете сжигать, подожгите его, и чтобы пепел остался на тарелке на этой, в пепельнице. И когда лист загорится, вот чувствуете, что вот этот огонь, который сжигает вот этот лавровый лист, он словно внутри вас точно так же сжигает вашу болезнь, ваш недуг. Хворь вот эту, вот все, что вас беспокоит, вот от чего вы хотите избавиться, вот эту болячку, он сжигает ее внутри вас, вот этот ваш внутренний огонь. Ощутите это и скажите такие слова, когда горит лист. Как дыма нет без огня, так и хворь прочь от меня, истинно. И постарайтесь, ну проследите, чтобы лист сгорел полностью. Если потух, там, ну, подождите еще раз. А затем пепел этот обязательно нужно выбросить. Откройте окно, форточку, и чтобы пепел улетел на улицу. Если бывает так, что не открывается ни окно, ни форточка, обязательно нужно выйти на улицу, и тогда на улице это все выбросить. Ну, просто по ветру пустить, как говорится, этот пепел. И когда это сделаете, еще раз те же самые слова произнесите. А затем нужно умыться и ложиться спать. Утром будете чувствовать себя гораздо лучше. Вот такая вот простая и очень полезная практика. И еще, друзья, вот есть одна вещь, она, ну, самая главная вещь в доме. Именно от нее зависит благополучие, порядок и согласие между домашними. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас в всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.